24-365 из Blackpink. Озвучка с прошлой недели. Ого, это потрясающе! Сотрудники компании Джилья взволнованы своей первой прогулкой. Украсть сердце директора Дженни. Вокальные конкурсы обязательны на прогулках. Взволнованная. Отдых для построения командной работы. Сотрудники потратили на это мероприятие всю свою энергию. 3 часа дня. Я так голодна. Blackpink устали от голода. Новичок Чу, ты не принесла нам еды? Давайте посмотрим. Все, что у меня есть. Любовь к директору Дженни. Я ее уважаю. Вы ведь проголодались? Да, конечно. Мы приготовили для вас еду, ребята. Поторопитесь, я очень голодна. Вы получите еду только через телепатическую игру. Для завершения блюда требуется много ингредиентов. Как только они выберут ингредиенты, они не могут сказать, что они выбрали для других участников. С помощью телепатии они должны угадать, какой ингредиент выбрал предыдущий участник. Они должны убедиться, что они не выбирают один и тот же ингредиент. Давайте сначала выберем поочередность. Директор Дженни, вы выберете за нас. Лиса идет первой, потом Розе, Чу, а после я. Я просто хочу подчеркнуть, что эта игра вся о командной работе, а о телепатии друг к другу. Первая это Лиса, я поняла. Файтинг! Старший менеджер, отличный выстрел. Пошли! Старший менеджер Ла начинает игру с очаровательными аплодисментами Чу. Она прибывает на подготовленную площадку. Что? Пищевые ингредиенты готовы на столе? Какое блюдо для первого раунда? Великолепная гармония холодной пасты и рисового пирога. Токпаки. У этого блюда множество вариаций, и все благодаря ингредиентам. Специи, рыбный пирог, овощи, лапша, рисовый пирог, остальные ингредиенты. Это для токпаки? Я не умею готовить токпаки. Что же делать? Что же мне делать? Ну, так это токпаки, нам нужен рисовый пирог. Это все, что я знаю. Насчет остальных я не очень уверена. Лиса выбирает рисовый пирог. Остальные участницы могут просто выбрать рисовые пироги, удивлена. Тогда что же мне делать? С этого момента тебе запрещено разговаривать с ними. Менеджер Ро в доме. А вот и менеджер Ро. Ты что делаешь? Сидит без движения. Из тех, кто придерживается правил. Давай посмотрим. Полный ингредиент. Помоги мне. Телепатия включена. Я выбрала рисовый пирог. Ошибка. Ошибка связи. Сдалась. Ок. Ну, даже если мы в конечном итоге этого не сделаем, у нас есть это и это. Значит, не сильно ошибемся в еде, верно? Хорошая работа, менеджеру. Я выбираю лапшу. Нам ведь разрешают класть в суп хлопья. Роза выбирает лапшу. Следующий новичок Чу. Я пошла у ней. Сделай это вот так. Вот так мы играем. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ок. Доверься мне. Как ты думаешь, у Джуси есть телепатия? Я не уверена. Еще раз. Нервничает. Тем временем Джису. Телепатию выбросила из окна. Вместо этого она связалась со Стафом. Это надо сделать с нами. Аук. Что вы выбрали, ребята? Рисовый пирог, лапша. Я почувствовала это. У меня есть это. Что выберет Джису? И последняя, но не менее важная персона Дженни. Способ приветствия босса. Аплодисменты нашему директору, наш босс. Счастливо. Давайте выберем. Итак, основные вещи, которые нам нужны, это соус и овощи. Так что я думаю, что должны выбрать вот это. Может и нет. Может быть, рыбные лепешки? Полностью согласны. Я права? Притворяются, что не знают. Я не знаю. Телепатия включена. Ок, я попробую это с каждым. Розе, ок. Лиса, хорошо. Джису, ошибка.
Очевидно, телепатия не сработает. Что мне сделать с Ким Джису? Что выберет Дженни? Теперь объявим результаты. Мы уберем со стола все, что вы не выбрали. Ладно. Я уверена, что кто-то выбрал соус. Нервничает. Первый ингредиент, взятый из списка, это... Какой ингредиент выбивает? Я думала, что Лиса выбрала бы именно его. Мне жаль. Все нормально. Мы перейдем к следующему. Соус? О боже мой. Что, о боже мой? Не соус, а овощи. Отлично. Самая лучшая комбинация на данный момент. Довольная. Погоди, еще что-то нужно убрать? Неужели мы выбрали одну и ту же? Ингредиенты, выбранные более одного раза, выбывают. Нервничают. Рыбный пирог выбывает. Какое облегчение. Вот приготовят токпоки с лапшой и рисовый пирог с лапшой. Есть что-нибудь еще, что мы выбрали более одного раза? Не может быть! Поздравляем, они заработали 3 ингредиента. У Бурджису был соусом. Выбрала рамен, я тоже. Мы выбрали одно и то же. По крайней мере, мы можем что-то приготовить с этого. Джису соус, Дженни, Роза, рамен, Лиса, рисовый пирог. Результаты первого раунда. Они заработали рамен, рисовый пирог и соус. Первый раунд был совсем неплох. Мне понравилось. Вообще-то я люблю рыбные пироги больше, чем рисовые, я согласна. Они тоже хотят иметь рыбные пироги? Все нормально, это совсем неплохо. Мы можем приготовить так много только с одним раменом. Кто хочет пойти первой к следующему меню? Как насчет того, чтобы в этот раз попробовать сделать по-другому? Я хочу видеть, каково это значит, что выбирают. На этот раз Дженни идет первой. Бросает взгляд. О боже мой. Дженни не может поверить в то, что видит. Давно не виделись, ребята? Полный набор с барбекю и с говядиной. Но, честно говоря, это... Без колебаний. Она выбирает кимчи и соус. Почему ты выбрала именно это? У нас есть собственный код для этого. Что это значит, Дженни? Поскольку у нас был токпоки, я чувствую, что в этот раз будет какой-то рис. Мне хочется есть самгюпсаль. О, я чувствую, что это будет гарнир, что-то вроде кимчи. Они закончились тем, что упомянули все ингредиенты в наборе барбекю. Так как у нас был разговор, я выбираю вот это. Ничего, что у тебя не будет говядины. Говядина будет выбором Лисы. Это для Джису? Это для Чион, чтобы выбрать? Будут ли предсказания Дженни верными? Дженни выбирает кимчи и соус. Следующая это Джису. Бегу, бегу, бегу! Пожалуйста, просто сделай, как это мы сказали. Она видит Хану. Тогда без колебаний. Она выбирает говядину. Подожди минутку, вообще-то я сомневаюсь. На самом деле у нас было 2 типа разговора. В этом разговоре не было никакого смысла. Тем временем, как старшие колебаются, младшие пробуют телепатию. Что? Подожди. О-о-о. Варятся риса или это мясо? Я чувствую, она говорит мне выбрать что-нибудь острое. Совершенно неправильно. Телепатия включена. О нет, о боже мой. Тигровые глаза? Подумай, прежде чем выбрать Джису. Испуганный котенок. Могу ли я просто избежать ответственности? Давай просто съедим сладкий картофель. Пришло время выбирать. В то время, когда директор Кот смотрит, что выберет Джису? Кимчи. Джису выбрала кимчи. Мы облажались. Я выбрала кимчи. Я даже смотреть на тебя не могу. Чувствую, что это не то. Упс. Обе выбрали кимчи. Дальше идет Розе. Пока что они оба выбрали кимчи. Я так взволнована. О боже мой. Счастлива от одной мысли, что будет кушать мясо. Привет, я выбрала кимчи. Привет, я тоже выбрала кимчи. Давай посмотрим. Я уверена, что кто-то выбрал соус. Нам действительно нужен рис. Как мы можем обедать без риса? Красный перец, я думаю, что должна выбрать именно его. Думаю, с умом. А может и нет. Я думаю, что выберу именно его. Это абсолютно верно. Морепродукты избегают зрительного контакта. Как насчет грибов? Дженни очень любит грибы. Дженни говорит со своим лицом нет. Но это только еще больше запутывает ее.
Они тоже расстроены. Честно говоря, понятия не имею. Слишком сложно. Вот-вот расплачется. Неужели она еще не выбрала? Лиса устала ждать. Я сказала ей, чтобы она все сделала быстро. Вы ждете, видите менеджера Ро. Тем временем менеджер Ро. У меня были довольно хорошие чувства по поводу этих крайних ингредиентов. Но лиса тоже любит сосиски. Я уверена, что кто-то выбрал говядину. Я верю в вас, ребята. Извини. А вы, ребята, нет? Мы еще начнем время выбирать. Подождите, пожалуйста. Кости были брошены. Есть шанс 50 на 50. Пожалуйста, выбери говядину. Выбор Розе таков. Колбаса, кукуруза, сладкий картофель и грибы. Господи. Я думаю, рамен будет вкусным. Что вы только что сказали? Что это вообще значит? Одинокая говядина. Все, нам что мы можем положить, это лиса. Роза выбрала. Почему ты так долго? Вот единственная надежда группы. Ты готовь свои глаза. Нет, давай не будем портить себе глаза. Я думаю, это приводит к неправильному решению. Давай просто сидеть смирно. Увидела говядину. Бросаю взгляд. Что вы, ребята, выбрали? Все варятся глаз. Стоп! У них у всех разные взгляды. Нервное обещание через глаз. Я уверена, что кто-то выбрал именно это. Вы, ребята, уже выбрали это, верно? Нет, мы не выбрали. Милая, это все для тебя. Рис, мы уже говорили о рисе? Моллюск, салатный лист. Она выбирает все, кроме говядины. Разве это не нравится Чайон? О боже, я не могу смотреть, как она выбирает. Слезящиеся глаза. Это что, сосиски? Это конец. Лиса обожает сосиски. Я выбираю вот это. Падает на землю. Я была свидетелем всего этого. Я тоже все это видела. Самораскрытие результатов. Это для вас, ребята? Это для нас. Полный провал заработка ингредиентов барбекю. Прощай, говядина. Мы даже купили гриль и уголь для этого. Теперь это бесполезно. А почему? У нас есть сосиски. Я люблю сосиски на гриле. Да, грибы тоже можем поджарить. Позитивные мысли могут привести вам к далеким местам. Но я действительно хочу это есть. Можем получить второй шанс. Мы не будем просить все четыре штуки, может быть только одну? Ладно, тогда сыграем еще один раунд. Давай поиграем в камень-ножницы-бумага. Став тоже готов к этому. Розовая игра в камень-ножницы-бумага. Я верю в тебя, Дженни. Пожалуйста. Теперь все зависит от Дженни. Ножницы и камень. Хорошо, мы проиграли. Ребята, я приготовлю жареный рис с кимчи. У нас даже и риса нет. Хорошо, тогда сырая лапша с кимчи. Моя говядина. Окончательный результат. Лапша, специи, рисы, пироги, кимчи, соус, грибы, кукуруза, сладкая картошка и сосиски. Ура, это выглядит аппетитно. Блэкпинк готовит ужин. Лиса, ты хочешь приготовить сосиски вместе со мной? Может, пожарим кукурузу? В том случае, я приготовлю топпаки. Все решили, что будут готовить. Дженни и Лиса направляются к... Роза готовится приготовить рамен. Все, что мне нужно сделать, это подождать. Это так легко готовить рамен. Лису начинает приготовление топпаки. У нас есть овощи? Овощи? Нет, у нас их нет. Овощи есть, переправы. Чо очень серьезно использует свои переправы. В то время топпаки готовятся. Они уже почти приготовлены. Рамен приготовлен восхитительно. Я хорошо готовлю рамен, да. Нюхает, нюхает. Вкусно пахнет. В то время приготовление внутри почти закончено. Трудолюбивая. Слегка подгоревшие сосиски готовы. Спасибо за еду. Наконец-то время ужина. Вкуснятина, вкуснятина. Шеф-повар Чу, каков он на вкус? Удивлена. Это действительно... Она на диете. Мне не следовало бы это есть, но это вкусно. Я так горжусь тем, что она вам нравится. Откусывает кусочек жареной сосиски. Я даже съела немного угля, который был в сосисках.
Это так вкусно. Это так приятно. Конец ужина. Вкусно, да? Это был хороший выбор. Не зря пришли сюда. Та-дам! Прогулка становится более и более приятной. Я никогда в жизни не танцевала. Мы жили с жуками. История Blackpink. История старостней, рассказанных Blackpink. И... истинные чувства, которые они не могли поделиться друг с другом. Показывающие слезы. Мы раскроем все это в 24-365 с Blackpink.